Стали проверять лампу. Вот тут краткая характеристика написана. Мощность, ваты, вольты, сколько берет и т.д. и т.п. Фирма, какая лампа ей нужна. И что это вообще такое? Температура. Вот сейчас 26 градусов. Да, 26 градусов. Это температура комнаты. Дальше лампа. Такая вещь. Очень крутая. Стоила своих денег, в принципе. Стоила она 11 плюс-минус. Доставлена лампа на 50 ватт. Это то, к чему крепить. Лампочка очень крутая. Выглядит тоже офигенно. Вот на таком расстоянии примерно, это 70, может быть, 60 сантиметров. Она греет на 1-2 градуса только. Плюсует температура. Но это мы сейчас уже более точно замерим. Крышка у нас идет сейчас от саранчи, которая досталась. Вот коричневые пятна. Это у нас стала лампа 80 ватт. Она грела, оставила пятна вот такие на марле. Марля еле ходит. Вот тут вот видно, что на герметике она, на черном аквариумном. И она ходит, да, вот чуть-чуть, еле-еле, но она двигается. И то, что она саранча на ней висела, саранча легкая, она не прогибалась, а слизень он тяжелый. Вот здесь вот видно то, что она еле дышит. В принципе, двигается, держится, но все это, конечно, очень печально и грустно, то, что слизень повиснет, он ее за собой утянет просто. Будет висеть, она будет прогибаться, а сверху он пролезет. И тут вот такая вентиляция внутри контейнера. Они через такую вентиляцию не пролезают. Там меньше 1 миллиметра дырка. В крышке уже немножко другое, конечно. Там сетка крупнее, там 2 миллиметра. Вот здесь вот мох уже пророс в коридоре. Там видно травка и мох. Если сбоку ставить лампу, то у нас получается падает свет к дальней стенке, которую вы видите, где листья. А впереди получится темень, а сверху она будет полностью весь контейнер освещать. И в этом плюс, конечно, ее ставить сверху. Вот через обычную крышку у нас ничего не пройдет. Ультрафиолет точно у нас не пройдет. И некоторые спектры самой лампы, спектры световые, они тоже не пройдут. То есть лампа потеряет свой смысл. Толку от нее не будет. И что делать с этой крышкой, я пока не знаю. То ли оставлять так, то ли натянуть марлю еще, зацепить. Вот если сбоку будет, то вот будет падать на ту стенку свет. И не очень подходит из-за этого. Не полностью освещается, конечно, будет не полностью освещаться контейнер. Крышку не знаю, подумаем, что буду делать. Еще накрою влажность, если оставлю такую крышку с марлей. Или проделаю в той крышке дырки. Я полностью загну влажность. Придется чаще опрыскивать. Не будет держаться влажность. Я это прекрасно понимаю. В этом, конечно, огромный минус. Может быть, все-таки поставлю ее в бок, прикрепим к стенке и поставим в бок, она будет светить в бок. Вот видно, как марля ходит. Это просто, не знаю, слизень точно ее гробит. И пролезет, и еще раз ползутся. Ну, не хотелось бы такого, конечно, исхода. Так, вот. Видно, как она светит ярко, мощно, желтым, прям таким дневным светом. На таком расстоянии она греет мало. Лампа офигенная. Лампа просто офигенная, у меня нет слов по этому поводу. Конечно, хотелось бы поставить ее именно в таком положении, но, скорее всего, не получится. И будем крепить все-таки к боку, чтобы она светила на вентиляцию. Уж что будет, то будет. Ну, на таком же примерно расстоянии, вот как я сейчас держала, только будет в бок светить в вентиляцию. И слизням будет где спрятаться. Скорее всего, будет такой вариант развития событий. И надо еще будет замерить температуру в подполе. То, что в погребе одна температура, в подполе другая. Вот лампа вот так вот, я держу руку, она не греет фактически. Ну, плюс градус, может быть, 2. Вот сейчас 26, 25. Сейчас будет 26 градусов.
Настолько она греет. 1-2 вот так вот. Я еще оставила там градусник. Он полежит. Мы посмотрим. Сам плафон горячий. Прям горячий. Прикоснуться можно спокойно, но горячий, да, это чувствуется. А вот если рядом руку держать на 0,5 сантиметра хотя бы от самого плафона, от самой лампы, то фактически не чувствуется разница. Так что плафону просто 5 с плюсом по этому поводу. А вот под самой лампой вон температура как подскочила, пошла вверх. Это у нас уже на 5 градусов, можно сказать, выше она поднялась. Ну, даже на 4-5 градусов. Это я чуть-чуть подержала. Там дальше подержать, там вообще у меня градус не лопнет. Греет сильно. Да. Ну, оставим градусник, немножко он полежит. Посмотрим точно, насколько греет рядом с плафоном сбоку. И потом уже будем смотреть уже от того, что выйдет. Ну, горячий такой, тепленький, нормальный. В общем, хотя я надеялась, что он будет холодным, прохладным. Но нет, он горячий. Крепеж, он не крепится наверх, увы, не долезает. Но крепеж тоже понравился. Все работает. Надеюсь, что он выдержит вес лампы. Потому что лампа тяжелая. Она железная. Лампа просто офигенная. Вот там все, провода нигде не торчат. Все спаяно просто офигенно. Коробка просто офигенная, конечно. Включить-выключить. Вот сбоку все видно. Она тоже нагревается. Она теплая. Холоднее плафона, но теплая. И надеюсь, что если что-то случится, она все это дело просто вырубить должна. Я очень на это надеюсь. В общем, как-то так. Дальше будем пробовать.